Научить нужным ремеслам и обеспечить рынок труда специалистами. На базе Ульяновского техникума железнодорожного транспорта открылся ресурсный центр. В него приходят на бесплатное переобучение выпускники всех заведений, которые отучились в 2020 году. Это бывшие школьники, студенты вузов и СУЗов. Также к ним присоединяются люди, которых сократили в период пандемии. На базе нового образовательного подразделения можно выучиться на специалиста в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Под кузницу кадров оборудованы учебные классы и практические лаборатории. Одна лаборатория предназначена для овладения практическими навыками по использованию информационных технологий профессиональной деятельности. И вторая лаборатория направлена на получение практических умений, практических навыков по монтажу, наладке различных элементов инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. Учебный павильон разделен на 5 кабинок. В них студенты собирают канализационные отводы. Также будущие сантехники и слесари учатся подсоединять душ и устанавливать унитазы. За полезными навыками пришел Алексей Аленин. Он планирует работать в сфере ЖКХ. В целом в потоке будущих мастеров насчитывается 50 учеников. Пришел так по профессии, которая мне понравилась, которая мне была по душе. Занимаюсь сборкой канализации, отводом горячей холодной воды, подводом и отвод канализации, и все. Готовлюсь, собирая поэтапно то, что нам сказал учитель. Готовимся к экзамену. Экзамен будет на следующий год. Помещение для практических занятий оснащено видеокамерами и электронными часами. Эту технику установили для того, чтобы приспособить класс к проведению чемпионатов WorldSkills. Еще 15 ульяновских колледжей обзавелись подобными центрами. В них представлены 43 профессиональных компетенции по направлениям IT-технологии, искусства, дизайн, сферы услуг, строительства, обслуживания транспорта и логистика. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Новости. Ул Правда ТВ.